Всем привет! С вами «Скажем, покажем», и это значит, что настало время узнать об интересных и полезных местах и услугах города. Начнем! Помните про акцию от компании «Ампир»? С 10 марта при покупке товаров от 10 тысяч и более вы получаете купон. Его регистрируете на сайте и ждете розыгрыша. Итак, настало время призов. Главный приз, который получит победитель, это автомобиль. Сегодня мы приехали на Аюна Курседи 151 не просто так. Меня уже ждет бичуол Шанчилая Викторовна. 1 мая компания «Ампир» уже был разыгран телефон. Сегодня вручаем телевизор. Вот победитель. Поздравляем! Все подробности акции вы можете узнать на сайте компании. Ну а раз уж я здесь, расскажу и покажу, что можно приобрести в «Ампире». Начнем со сладенького. Помимо акции с розыгрышем ценных призов, в «Ампире» действуют акции скидочные. Успей до 1 августа купить входную железную дверь за 2999. Срочно нужны окна? И здесь скидка. Пластиковое окно размером 1 на 1,10 м обойдется вам всего в 4250 рублей. А сейчас все те, кто живут в частных домах, усаживайтесь ближе к экрану. Двери в компании «Ампир» для частных домов можно купить любого цвета и дизайна. Отличие этих дверей от тех, что подойдут для квартир, в том, что они более теплые. Зимой они не промерзнут, а летом духоту в дом впустят. Необычный день у меня, он начался с просмотра фильма «Звездные войны». И вот, воодушевленная этим фильмом, я отправилась на поиски места, которое окунет меня в атмосферу борьбы. Еще в 1977 году Марк Твен III, посмотрев фильм «Звездные войны», придумал игру «Фотон». Именно его идея лежит в основе всех современных лазертагов. Что это такое? Сейчас расскажу и покажу. Мы в Национальном парке культуры и отдыха. Идем в сторону Центральной аллеи. Думаю, рассказа будет мало, поэтому испробую все на себе. Сценариев может быть огромное количество. Мы выбрали один. Сегодня я одна на каблуках против двух в кедах. Подготовимся и в бой. Самое важное – это тактика. Я вижу, как орел, слышу, как волк, крадусь, как кирби. Цель – поразить противника в кедах. Второе – это физическая подготовка. Вам придется очень много бегать, прыгать и уворачиваться. Минус один. Лазертаг Дэнчи может выехать на любую территорию, предоставить несколько сценариев развития игры. Минус два – победа! Приходите в Национальный парк культуры и отдыха. Играйте в лазертаг большими компаниями до 10 человек. Ведь чем больше компания, тем ниже цена. Форма одежды удобная. На Кочетова 104 мы уже варили кофе, изучали ювелирные изделия. И это еще не все. Торговый дом «Изумрудный город» привлек нас сегодня качественной эксклюзивной одеждой. Долго рассказывать не стану, идемте и сами все увидите. Начну с того, что одеть здесь можно всю семью. И любимых деток, конфеток, и главу семьи, и прекрасных дам. Наряды можно подобрать на повседневку, на работу и даже на торжество или праздник от отечественных, итальянских и турецких производителей. Начнем с женской коллекции. Стильные наряды для любого возраста и любого размера. Каждая модница, которая обращает внимание на сочетание качества, удобства и красоты, подберет для себя здесь уникальный образ. Для прогулок с друзьями или похода в кино можно выбрать ультрамодные джинсы и яркий топ. Ну а в наше жаркое лето отлично подойдут легкие брюки сочных оттенков.
На работу выбираем строгие, но современные, классические, но стильные образы из брюк или юбок, рубашек или блузок. Для мужчин также можно подобрать и современную классику, и шикарные спортивные костюмы, и, конечно же, то, что подойдет и в пир, и в мир. Лето в самом разгаре, поэтому пора покупать своим деткам-конфеткам яркие, удобные, а самое главное, качественные спортивные костюмы, футболки и обувь, которые прослужат им не один сезон. Все это можно найти здесь, в изумрудном городе. Кстати, об обуви. Она здесь не только маленьких размеров, поэтому подойдет и подросткам, и взрослым. На этом все. Если у вас остались вопросы, звоните 233-23. Не забывайте о наших страницах ВКонтакте и Инстаграм. Смотрите и пересматривайте программу на канале в YouTube. С вами была Ника Катина. До встречи!